Добрый день, коллеги. Сейчас я вам хочу еще рассказать про один опыт, довольно-таки интересный. Он заложен на сои. Мы хотим посмотреть, насколько засоренность участка влияет на эффективность при диссекации сои перед уборкой. У нас здесь есть несколько вариантов. Один из них сейчас, который я вам покажу, это вариант, где мы внесли до всходов гарда Gold и уже по всходам носили Видблок Плюс. Давайте посмотрим, что здесь получилось. Вот. Насколько видно, соя здесь довольно-таки чистая. Сверху сорняков не видно. Если посмотреть в массу растений, то здесь междурядья тоже довольно-таки чистые. Есть злаки, которые не совсем были добиты. А так в основном все очень чисто. Соя здесь посеяна ускорядным способом сева. Ширина междурядья 25 сантиметров. А теперь давайте пройдем на соседний участок. И вы увидите здесь небольшое отличие. На этом участке присутствует сорное растение. Это в основном просто куриное, но также есть и щетинники. Но тем не менее, как бы, сорное растение не слишком сильно засорило. Они, ну, смотрятся некрасиво, но тем не менее здесь очень много сои. И теперь мы посмотрим контрольный участок, который вызывает у нас больше всего вопросов. Если оставить в таком виде участок в поле, либо применить те препараты, которые будут иметь низкую эффективность и по злакам, и по двудольным, то мы увидим такую картину. Здесь много сорной растительности, здесь есть марь, подсолнечник, падалица, те же злаки просто куриные. Что мы еще можем увидеть? Горчица. Здесь тоже присутствует щетинник. Насколько могу видеть, это щетинник сизый. Есть горцы. Но основная проблема здесь будут двудольные сорняки, потому что они будут сильно экранировать при обработке диссекантом культуры и заберут на себя действующее вещество и весь препарат. И, собственно, мы не сможем высушить сою, как бы нам того хотелось. Ну что ж, спасибо за внимание, пока!